Губернатор, все зампреды и руководители департаментов. Рабочая неделя в региональном правительстве началась с оперативного совещания. Главный вопрос на повестке дня требует срочного вмешательства со стороны властей. Плату за общедомовые нужды теперь рассчитывают по-новому. Новыми правилами плата за ОДН переведена в состав жилищной услуги. Однако с введением этих норм и анализ первых платежек это показал, есть дисбаланс в начислениях для жителей региона, а в некоторых случаях рост платежей превысил все разумные пределы. Необходимо добиться справедливого и эффективного решения этого вопроса. Нужно системное решение. По словам губернатора, коммунальщики должны руководствоваться не жаждой наживы, а здравым смыслом. Если установлены счетчики, то именно по их показаниям жители должны платить. Если приборов учета нет, ОДН дома не может превышать региональный норматив. Нормативы потребления ресурсов на общедомовые нужды должны максимально соответствовать реальному положению дел, учитывать особенности дома. Конечно, соблазн велик за счет ОДН покрыть свои небалансы. Надо прекратить эту практику, когда все потери и перерасход перекладываются на плечи собственников жилья. Начисление ОДН пока уравнение со многими неизвестными. Нужно сделать эту формулу простой и, главное, обоснованной. Здесь, безусловно, зона ответственности госжилинспекции. Напоминаю о своем поручении. Если факты некорректного расчета будут выявлены, сделать перерасчет и вернуть деньги жителям. В связи с этим прошу комплекс развития инфраструктуры подготовить аргументированное обращение в правительство Российской Федерации по внесению изменений в новый порядок начисления платы за ОДН. Губернатор также призвал включиться в проблему и депутатов областной думы. Необходим закон, чтобы показания общедомовых приборов учета были в приоритете перед региональными нормативами. У управляющих компаний тоже должен быть стимул экономить ресурсы. А это невозможно, пока общедомовой расход – проблема только жильцов. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. По административной практике было